В Югре стартовал необычный физкультурный проект «Семейная зарядка». Его организаторами выступили педагоги и спортсмены. В Нижневартовске два образовательных учреждения – школа, детский сад совместно с городской федерацией карате – проводят занятия, где участвуют дети и родители. Спорт стал скрепляющим звеном в семейных отношениях и привлечением горожан к активному отдыху и здоровому образу жизни. Социальный проект реализуется на средства гранта губернатора Югры. В нем участвуют более 100 человек в возрасте от 4 до 50 лет. Когда нам предложили принять участие в данном проекте, мы еще подумывали, а смогут ли родители в свой законный выходной день приходить к нам в образовательную организацию для занятий спортом. Но когда мы провели первое мероприятие, мы поняли, что родители уже давно хотят участвовать в данных мероприятиях. И мы, конечно, приложили все усилия для того, чтобы организовать вместе с Федерацией карате данные мероприятия для родителей и их детей.